Идем дальше. Деньги на ветер, поле, стадионы, Зенит-арена оказалось непригодным для проведения матчей. Такой вывод сделала комиссия ФИФА. Инспекторы обнаружили, что газон сильно пружинит под ногами. Это связано с конструкцией выкатного поля, основание которого выполнено не из железобетона, а из стали. В результате сооружению не хватает жесткости и массы. Вот, к примеру, если футболист в одной части поля будет прыгать за мячом, то другие части газона начнут двигаться. Стройка стадиона в Петербурге продолжается почти 10 лет. Изначально стоимость оценивалась в 6,5 миллиардов рублей, но в итоге эта сумма выросла почти до 44. И, судя по результатам проверки, это еще не предел. На этом стадионе должны пройти матчи Кубка Конфедерации и Чемпионата мира.